Привет, ребята! Привет, ребята! Сегодня у нас крутая игра... Летающий ковер! Летающий ковер Аладдина! У нас он был в гостях. Мы, короче, да, погуляли. И он забыл у нас ковер. Да, поэтому сегодня мама со Степашей будет испытывать его. Давай, папа открывает. Оп! Отлично. И... будем испытывать, насколько он крут. Я уже в конце. А давай, ага, ну доставай. Я покажу коробочку, когда вы достали. Так, ничего себе у нас, ребята. Мама, доставай все. Ого, все так прикольно упаковано. Так, здесь уже ничего нет. Так, вот наша игра выглядит вот так. Очень-очень красочная. Мама, найди инструкцию, я сразу покажу. Окей. Вот такая вот игра. О, какая инструкция прикольная. Мама, давай мы сначала покажем нашим друзьям. Да. Вот такая вот инструкция. Скажи, прикольно. Бывают такие скучные. А тут как обычно скучные, но вот это вот очень веселое. Разноцветное. Так, давайте, ребята, все открывать, да? А потом уже покажем. Итак, ребята, все собрано. Вы видите? Вот наш ковер. Ковер летает. Ну, а все потому, что, да, у нас вот здесь есть магнит, и здесь магнит, ну, и, конечно, невидимая нить, которая, да, держит его. Ты раскрыл просто все карты. Но, извините, это же игра. Вот так оно все выглядит, ребята. Скорпиончик, здесь змея. Да, в таком восточном стиле. Да, все. Вот наш ковер. Пустыня, по сути, да, у нас внизу. Да, у нас есть специальные, как они называются, мама? Treasures, да? Да, у нас и сокровища. Сокровища. Разнообразные. Итак, у нас здесь есть такие вот сундуки. Это, Степ, волшебная лампа. Волшебная лампа. Так, сундуки. Давай лампу я покажу. Да. Лампа с джином. Как известно, если ее потереть, да. Так, давай то дальше. У нас джин. У нас какой-то, я не знаю, на что это, мам, на что это? Какая-то ваза. Не знаю, да. Да, то, да, емкость. Или вот так ее нужно держать. Ну, дальше здесь, у нас наверное, золото спрятано. Золото, да. Вот такие вот золотые монеты. А я это назову. Дальше у нас... А вот это как, мама, мы назовем? Какие-то рубины? Честно, я даже не знаю, что это. Наверное, да, может это рубин? Рубин. Если вы знаете, ребята, пишите. Да, это не рубин. Рубин красный. Это у нас то ли изумруд, то ли... Ну, что-то непонятно такое. Непонятно вообще, что. Это кинжал. Да, кинжал. Вот такое вот. Так, и... Ага, кольцо. Еще ожерелье. Или кольцо. Мне кажется, ожерелье. Да, больше похоже на ожерелье. А на и жук-скоробей. Да. Вот такой вот. Куда же без него? Жук-скоробей в фильме «Мумия». В фильме «Мумия», точно, папа, видишь, мы с тобой да, об одном и том об же одном думали. И том же думаем. Дети одного поколения. Поколение мумии. Да, да, не было столько всего. Итак, мама, а для чего вот эта вот штучка у тебя в руках? Какая именно? А, ребята, у нас есть сумка. Итак, вот этот мешочек. Да, мы должны... Ой, так. Ничего, он летает. Да, себе. Он у нас летает. Значит, мы погружаем сюда все наши сокровища, ребята. И будем по очереди. Игроки будут по очереди. То есть мама и Степаша. Да, будем доставать на ощупь. Не глядя. Да, любой предмет, любой из наших сокровищ. И будем класть ее... на ковер. Так. И это нужно делать очень осторожно, чтобы наш ковер не упал, чтобы это наше сокровище не упало случайно с ковра. Если сокровище придет с ковра, ты должен брать еще одно сокровище и бросать. Да, ты должен положить, значит, ты должен поднять то, что упало, и достать еще дополнительно еще одно и положить его тоже. Короче, так, ребята, кто последний положит и ковер упадет, тот и проиграл. Да. Ну что, вы готовы? Степаша, мы ты готов? Да! Ну давай, будем испытывать. Так, игра начинается. Наша вот эта штучка заполнена, да, сокровищами. И как всегда у нас начинает... Самый младший. Самый маленький. Итак, Степан, вперед. Доставай. Доставай чего-нибудь оттуда. Только одно. Так, что это? Ой! Где он там? Сундук! Это у нас сундук. Сундук мертвеца, давай, ложи. Это как пираты Карибского моря. Так. Мама. Ребята, что у меня там? Давай. А у меня ожерелье. Ожерелье.
Так, ты, Степаша, ищи такое что-то легенькое, чтобы да, было. Да, для начала. Для начала. Да куда угодно, мама. Да, тут пока. Тут уже нету пока разницы. Так, глаза закрывает Степаша. Да. Итак, на ощупь. Ну, все равно это так интересно. Так, это у нас драгоценный камень. Драгоценный камень. Давай, Степаш. Аккуратно, чтобы он не упал, то придется еще одно доставать. Так, молодец. Давай ко мне сюда. Так, смотри глазами. Так. Ребята. О, мама достала сундук. Это... Давай. Так. Вот так вот сюда его. Так. Так, мама, подавай Степаше. Окей. А то мама загляделась на ковер, чтобы он не упал. Да, мне как-то... Раз. Магнит держит его. Я вижу. Ну, не магнит. О, Степаша еще одно, смотри, достал. Так. Давай. Так, мама. Вы, ребята, посмотрите, наш ковер постоянно летает. Я с закрытыми глазами. Хорошо, Степа, как скажешь. Так, еще одно ожерелье у меня. Так. Ну-ка, сюда его. Опа. Так, Степан, твоя очередь. Ну-ка, посмотрим. Ну, Степаша, давай. Да, нашел. Лампочка. Лампа, да, волшебная лампа. Давай. Посмотрим, куда ее. Отлично. Так. Фух, теперь. Ребята, что мне попадется? Никто не знает. Золото. О, золото маме. Золото. Ой. Эй, мама, ты чего? Это какие-то щипцы специальные, наверное. Надо просто аккуратно с руками. Ребята, мама раскрутила ковер, сейчас стошнит ковер. Это, кстати, не очень хорошо на самом деле. Что с... Так, Степаша у нас по драгоценным камням. Осторожно, ты старайся не дотрагиваться. Да, это ты Степаша говоришь? Да, ну теперь я же по своему... Степан, я достаю, доставай еще одну, сейчас будешь ложить. Да, давай, Степан. Давай, эту ложи и еще одну, давай. Ложи, нет, сначала эту ложи, а потом будешь доставать еще. Осторожно, нет. Есть, и еще одну. Степаша, ты увеличиваешь свой шанс на проигрыш. Доставай любую. О, там они, мама, помоги ему разобрать. Степан, это вот так, очень. Подождите, у нас тут... Лампа. Мне кажется, ты достал ожерелье, да. Лампу я пока назад. Уже мамина будет лампа. Да, ну пускай будет моя. Давай. Ой, так на бекрень его. Ну, вы же ложите. Так, надо правильно распределить. Ну, конечно. А то сейчас на одну сторону, и он на кого-то точно Степан, твоя очередь, я же уже ставила. Да, мама же положила, да. Давай. Так. Ну-ка. Снова лампа? Давай. Еще лампу. Только аккуратно. Да, нет, сюда не ложи, Степаша, ложи туда, там, где вот глаза ковра. Да. Молодец. Почти туда. Глаза. Так. Закрытыми глазами только. Да, закрытыми. Обязательно закрытыми. Так, я достала... Сундук. Так, куда его положить? Куда угодно. Так, ребята. Смотри, ковер непоседа. Давай, Степаша. Да, давай, Степан. Так. Он так уже тяжело ему. Да, тяжело дышит. О, Степаша, драгоценный камень. Аккуратно. Осторожно. Молодец. Так, мама, еще там есть у нас сокровище? Ну, давай. Так, у меня... Ваза. О, ваза, ой. Да. Ой. Так, Степаши, давай. Интересно, ребятам видно эту нашу невидимую нить? Нить, ну, как бы, да, но не сильно. Ваза. Как бы да и как бы как нет. Как бы и нет, да. Давай, ваза, Степаша. Давай. Степаныч. Давай еще одну бери. Доставай пока еще одну вещь. Ой. Что у нас здесь? Давай. Золото. Давай, ложи. Золото. Так, и еще одно. Да. Сколько можно ложить? Ну, сколько? Нужно аккуратнее. Молодец. Так. Ну, ребята, как вы видите, у нас уже полный ковер всяких там разных сокровищ. Мало. Золото. Очень много денег у нас уже. Это все? Это все сокровища? Или еще есть? Нет, у нас еще есть. Степан, давай. Так, он так
Тяжко. Он уже тяжело. Тяжко ему. О-о-о! А, жучок, да? Жучок! Отлично. Вы все жучков-то игнорируете. Давай. Так, маме на очередь. Как всегда. Как всегда, закрытыми глазами. Давай. Так, у меня здесь лампа. Давай, мама. Она мне напоминает чайник. Чайник, да, кстати? Для заваривания чая. Да, для заваривания мятного чая зеленого. Успокоительно. Как для бабушки. Ладно, ладно. Давай, аккуратно, Степаша, чтобы она не упала. Да, да, да. О, молодец. Так, ребята, это уже весело. Это реально весело. Так, кинжал. Кинжал. Аладдина. Так. Кинжал, по идее, не такой уж тяжелый, поэтому... Ну да, да, да. Давай. Ну тут, мне кажется, на этой стадии уже любой предмет решает. Да? Ну, я думаю, что да. Еще один кинжал. О, ну кинжал, я вот держал кинжал вообще легенький. Закрытые глаза. Обязательно, Степан переживает, чтобы я не потерял. Конечно, все же должно быть честно. Еще один жук. Жук, давай. Папа уже ждет. Жук тоже, он особо тут. И вес у него. Ой-ой-ой-ой. Так, Степан, это меня пугает, честно. Это не очень опасно. Молодец. Ничего страшного. Так, мама, вот это интересно. Так, у нас тут все меньше и меньше предметов, ребята. Так, ну магнит там сильный, наверное. О, скоробей. Так, осторожненько. О, Степаша, смотри, все идет к тому, что ты сейчас будешь... Ох, кому бы ты остался, надеюсь. Давай. С такими сокровищами. Нам бы тоже не помешало, правда? Ваза, давай, вазу. Давай. О, молодец, Степан. Закрытая рана. Ребята, реально, он уже, я не знаю, ли вам видно, ребята, но он уже в шоке. И что? Где-то сейчас мама получит. Это золото. Так, у мамы полно золота. Давай. Это деньги. Ой! Так, он уже так, чашка дышит. О, прикол. Еще есть там, да, сокровище? Что-то есть еще. Давай. Еще два. Давай, Степаш. Или ты, или мама. О, ну у тебя, кстати, может еще тебе повезти. Посмотрим, что у нас осталось. Давай. Ли еще что-нибудь. Да, давай. Осталось, кстати. Вот, осталось у нас два предмета. Остался. Нет, не два. Уже больше? Нет. Осталось у нас три предмета. Жук, кинжал и ожерелье. Вот это круто! Мама чемпион сегодня. Степаша, ну, извини. В принципе, я думаю, что здесь бы могло быть еще, там Степаша два раза добрасывал, так что, Степаша, если бы ты был немного порасторопней, да, могла бы еще мама... Проиграть. Да, влететь, как бы сказать. Я так старалась. Ну ты молодец. А ну, мама, подними наш ковер, чтобы он красиво полетел. Так, и он взлетает. Ну, это прикольно, да? Да, очень круто. И, конечно же, приз, ребята. Вот так вот. Он и так кружится. Вот цепенно. Итак, приз, ребята, разыгрывается. Для мамы, конечно же. Приз сегодня маме Kinder Joy. Но, чтобы Степаша не обижался, да. Мама заберет себе игрушку, а Степаша возьмет сладенькие, как там, кружочки на Рафаэлло похожи, да? Очень да. Вкусно. Очень вкусно. Ребята, по секрету, Степаша потом заберет игрушку. Да, конечно, большой секрет. Но все же мама выиграла, она заслужила, открывай. Итак, ребята, мама открывает игрушку. Это очень опасный момент. Очень. Как газировка взрывается. Так, ребята, будем сейчас просить папу помогать. Нет. Так, все, открыла. Вот это. Давай игрушку. Да, давайте посмотрим, что у нас. Давай, Степаша, там не игрушка. Видите, ребята, мама не знает. Да, мама... Давай, открывай, Степаша. Пускай Степаша кушает, а ты будешь игрушку открывать. Так, с мамой не получается это ничего. Игрушка? А почему это не получается? Ну, не получается. И
Алина, окей. Вот так. Пупсику сладенькое, а маме игрушка. Детям мороженое, жене цветы. Так, ребята, у меня тут что-то клевое. Давай. Давай это я покажу. Это я уже знаю даже что. Даже я знаю. Капитан. Америка. Давай, мама, собирай капитана. Нет. Вот такой капитан. Ешь, Степан. И кушай, Степашка. Жуй-буржуй. Так. Вижу. И вот такая вот серия. Классный, да? Очень прикольный. У нас Капитан Америка. Сейчас так, мама его соберет. Так, а что с ним делать? Да он что-то там стреляет, наверное. Вот этим кольцом? Кольцом. Капитан Америка, Капитан Америка стреляет кольцом. Вот такой. Я прикольный. Это кольцо заберу. Угу. Оно нам сейчас ни к чему. Так. И тут у нас еще в коллекции, да, разные вот так. Персонажи. Персонажи, вот, вот он прикольный такой. Покажи, стоит. Ребята, какие там еще должны быть. Ребята, кстати, если вам нравятся киндеры, у нас есть обзор киндеров. Нам Степашина тетя прислала из Франции когда-то киндеры, они очень-очень большие. Сколько они там? Да. По 200 грамм или по 300, да, и там были что у нас там? Панда кунг-фу, да, и три вроде, да, и были вот такие вот супергерои. И, Marvel. Кстати, ребята, мы потом эти киндеры ели очень долго. Там, там просто немерено шоколада, там у нас было, сколько у нас было этих яиц? Штук 6. Да, вы посмотрите, столько. Ребята, очень классное видео, классный обзор, там Степаша еще очень-очень молод. Да, наш еженедельный конкурс. Итак, что нужно сделать? Вы должны поставить лайк этому видео. Да. Прокомментировать обязательно. Ну и, конечно же, обязательно подписаться. Да. И вот когда это видео соберет за 7 дней 50 лайков и 50 комментариев, мы разыграем, ребята, между вами этот замечательный приз. Приз? Honey Bee Tree или пчелиное дерево. Пчелиное дерево. Да. Три простых правила. Поставить лайк, прокомментировать и подписаться. И да, это очень просто. Очень просто. Предельно просто. И этот приз будет у вас в руках. Так что, ребята, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, комментируйте. До новых встреч, ребята! Пока! Наверное,